Президент Казахстана поручил поддержать отечественную сферу туризма. Об этом он написал в своем твиттер-аккаунте. На основании многочисленных обращений ко мне правительство поручается разработать пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности, говорится в сообщении. Касым-Жомарт Токаев также поручил предусмотреть налоговые стимулы для наиболее уязвимых категорий бизнеса. Это коснется отдельных объектов торговли, кинотеатров, театров, выставок и спортивных объектов.